Сегодня мы находимся возле клуба «Пятый элемент». Это акваклуб, где люди занимаются дайвингом. Сюда приехал чемпион мира по дайвингу Ахмед Габар. Он будет погружаться в наши холодные воды буквально через несколько минут. Его называют самым глубоким человеком планеты. В 2014 году египтянин установил рекорд. Он нырнул на глубину 332 метра 35 сантиметров. А длилось это подводное приключение 13 часов 50 минут. За свою карьеру наш герой совершил около 10 тысяч погружений различной сложности и в самых разнообразных водоемах. Но вот подледное погружение, или как его еще называют ice dive, Габар решил проделать впервые. И выбрал для этого наш щелкосмос. Америевский карьер. Расскажите, пожалуйста, про сегодняшнее погружение. Какие у вас вот эмоции перед предстоящим событием? Чего ожидаете? Well, the excitement of the first time is always will be always there, you know. So I'm always excited, you know. That's why I came from the airport directly to the ice dive, to the underwater here in the ice. В общем, он надеется, что погружение пройдет все хорошо. Вот он ожидает больших хороших эмоций вот этого погружения. И он специально приехал напрямую из аэропорта сюда, чтобы нырнуть под лед. Конечно, чемпиону, привыкшему погружаться в воды более теплых температур, довелось ощутить огромную разницу между родным Красным морем и холодными водами Подмосковья. Мы сейчас уже опустились в нашу воду, достаточно холодно. Вот как вы думаете, все-таки разница есть? Вы до этого погружались в более теплые места? I tried the water, you know. It's yes, it's freezing. Which compare to Red Sea? There's no comparison. The Red Sea actually. Есть небольшие различия между Красным морем и подледными погружениями. Там 23, а здесь всего 3 градуса. Вот, поэтому здесь немножко прохладнее. Не пропустили такое интересное событие и поклонники Ахмеда Габра, которые приехали на карьер, чтобы увидеть своего кумира вживую. Я большая поклонница Ахмеда Габра. Мы друзья. Мы с моим мужем ездили на Красное море в Хургаду и участвовали в рекордах Гиннесса по уборке Красного моря. Все убрали? Ох, все там не убрать, к сожалению. Помимо зарубежного рекордсмена, к нам приехали и любители зимнего дайвинга, которые добирались до Щелково из Брянска. Классно. На дне что-нибудь есть? А? На дне что-нибудь видно? О, да, причем самое красивое место вот прямо вот здесь, под этой майной. А что там? Прозрачность хорошая, красивая такой, лестница красивая, брутальная. Наблюдали за чемпионом мира, а также любителями нырнуть поглубже Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».